Участие в соревнованиях приняли 5 команд. Это юноши из Десногорска, Росхавля, Ельни, Починка и Шумячи. На протяжении нескольких месяцев команды упорно тренировались, изучали тактику и ошибки друг друга. Спортсмены подарили зрителям хороший и динамичный баскетбол. А болельщики и игроки замены, в свою очередь, благодарили громкими аплодисментами. Вчера мы рассказывали вам, как прошли игры у девушек. Сегодня мы болеем за юношей. На паркете играют Ельня, Росхавль. Счет 26-10. Команда Росхавля считается одной из самых сильных и является нашим главным соперником на соревнованиях. В Десногорске уже 3 года работают баскетбольные секции, и юные десногорцы проявляют к этому виду спорта большой интерес. Думать должен уметь. Голова должна присутствовать. Голова не только для того, чтобы шапку носить, а вот именно могу сравнить, допустим, что шахматы и баскетбол. То есть та и другая умная игра, но в шахматах есть время подумать, а здесь быстрый ум. Принимается решение очень быстро. Ребята настроены по-боевому, готовы биться. То есть цена вопроса – это одна команда выходит в дальнейший круг соревнований. В упорной финальной игре десногорцы вырвали победу у команды города Росхавль со счетом 50-42. 8 февраля наша команда примет участие в региональном этапе соревнований.